Одразу трое человеки трапили под коло автомобиля у Могилеве. Прямо на пешеходном переходе Volkswagen сбил жанчину, 8-годовую девчинку и мужчину. Как поведомили у дежурной инспекции, все трое переходили проездную участку по зебры без светлофоров. У этот момент на их наехала иншамарка. От телесных пошкоджений жанчина померла на месте, девчинку и мужчину с травмами шпитализовали. По факте гибели следчий комитет завел криминальную справу.